В ожидании большого снега. По сообщениям синоптиков, в ближайшие несколько дней в Центральном федеральном округе выпадет месячная норма осадков. Ивановские метеорологи в прогнозах сдержаний, но снегопад также обещают. Погода на территории Ивановской области будет определяться фронтами циклонов, смещающихся по северу европейской территории России. Эти фронты принесут с собой влажную погоду, будут выпадать осадки разной интенсивности, от небольших до умеренных. Местами могут выпадать сильные осадки. Осадки преимущественно будут выпадать в виде снега в ночные часы. Днем снег может переходить в мокрый снег и снег с дождем. Ивановцы к погодным причудам наступившей зимы готовы, но насторожили коммунальные службы. Или стихия снова застанет их врасплох? Постоянно у нас на дежурстве на суточной 29 КДМ. Это комбинированные дорожные машины и два погрузчика, которые загружают их песко-соляной смесью. Плюс 10 тракторов, которые работают на расширение дорог. Плюс 3 шнекорок, до 3 шнекорокторов, готовых постоянно выйти на расширение дорожной сети. Плюс 3 грейдера. Тротуары очищают от снега и посыпают песко-соляной смесью 9 единиц техники. Все машины готовы к работе. В приоритете крупные городские транспортные артерии, где интенсивнее движение. А уже после них убирают второстепенные дороги. Вывоз снега осуществляется в ночное и дневное время. В ночное время работают 5 звеньев, задействовано порядка 50 единиц техники. Также осуществляется вывоз и в дневное время. Одним звеном это 7-8 единиц техники. В среднем за сутки выводится порядка 3,5-4 тысяч кубометров снега. Коммунальщики уверены, техники хватит, чтобы очистить городские улицы от снега при любых количествах осадков. Пройдут ли снегоуборочные машины новые испытания большим снегом, скоро узнаем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.